Это, то есть, магические девятки. Он не 200 рублей стоит, а 199. И тебе кажется, о, 100 рублей, нормально. Это магические девятки. Возможно ли на улице дешевой не продешевить? Вполне осуществимо. И за правильное решение этого вопроса и других представленных приступили участники финансовой квест-игры «Маршрут успеха». Чтобы пройти все увлекательные задания, студенты должны иметь математический склад ума, так как люди с соответствующими предрасположенностями склонны к анализу ситуации. Они признают собственные ошибки, оперируют преимущественно числами, обладают хорошей памятью и концентрацией. Все перечисленные качества можно отнести к Марату Урусову. Он с детства следует определенным порядкам, правилам, тщательно планирует свой день и оценивает ситуацию от и до. Математика – наука точная, закономерная, поэтому здесь достаточно следовать утвержденным стандартам, сравнивать данные с нормативами и делать соответствующие умозаключения, говорит Марат. Мне с детства нравится математика, и у меня есть мечта открыть собственный банк. Действительно, Марат предпочитает проведение различных расчетов и анализ полученных данных, поэтому в выборе будущей профессии не сомневался. Он студент Института экономики, финансов и учет Северокавказской государственной академии Черкесска. Решение задач финансовой квест-игре «Маршрут успеха» для него еще одна возможность на практике проверить свои знания, а еще узнать, насколько мобильно и верно он может ими воспользоваться. Могли разобрать, как лучше экономить, как правильно распоряжаться своими деньгами, на какие покупки стоит осуществлять и какие не стоит. Ну, у тебя у самого получается экономить? Конечно, конечно. На чем ты экономишь? Я стараюсь экономить на своих ненужных развлечениях и спонтанных покупках. Конечно, экономия ради экономии малоэффективна. Копить деньги нужно, чтобы чего-то достичь, отметил студент, добавив о разумных тратах. Но, тем не менее, Марат понимает, что деньги – это энергия, которая должна вращаться и ни в коем случае лежать мертвым грузом. Их надо тратить или во что-нибудь вкладывать. Экономика должна быть экономной или же ежели что-то другое? Мне кажется, если каждый сможет... оставлять себе хоть какие-то сбережения, в будущем это как бы повлияет на экономику целой страны, если каждый не будет тратить впустую свои деньги, а для улучшения своего улучшения своей жизни. А тот факт, что деньги должны быть всегда в обороте? Смотря в каком обороте. Я могу эти деньги потратить в сбережения, допустим, положить их под проценты в банк. Они тоже будут считаться в обороте, а не потраченные на всякие пустые вещи. На примерах из жизни Марат со всеми представленными заданиями справился на отлично. Участникам финансовой квест-игры помогали модераторы, студенты направления экономика из Ставрополья. Вот это сделал, правильно? А теперь напиши вот здесь, вот просто какие бывают еще уловки. Борис в прошлом достойно прошел маршрут успеха, а сейчас с удовольствием поддерживает и направляет новеньких в квест-игре. Мы уже ездим по разным городам нашего края, и вот с сегодняшнего дня не только нашего края, мы впервые попали в Черкесск. Уже конкретно я на протяжении 2 лет. На самом деле это очень интересно и вдохновляет тем, что дети, в основном мы ездим в школы, и дети, они все совсем по-разному относятся к разным ситуациям. Все задачи, я могу сказать то, что они с уверенностью все решают на 5 баллов. Реализация программы по распространению знаний о финансах на Ставрополье началась в 2014 году. Тогда край вошел в число пилотных регионов по внедрению программ по финансовой грамотности, отметила заведующая кафедрой финансы и кредит Института экономики и управления Северокавказского федерального университета Наталья Куницына. Мы можем немножечко уже своим опытом похвалиться. И перед нами Федеральный сетевой методический центр при Московском государственном университете ставит задачу распространение накопленного нами опыта в вузы соседних регионов. И вот первым, с огромной честью, с огромной любовью, мы выбрали именно Северокавказскую государственную академию в нашем дружественном городе Черкесске. Финансовая грамотность направлена, безусловно, на все слои. Но сегодня мы будем работать со студентами. Будем не то, чтобы проверять не очень хорошее слово, а скорее, может быть, прокачивать, может быть, продвигать знания финансовой грамотности.
Все студенты получили маршрутный лист финансовой квест-игры. В нем было указано 8 станций с говорящими названиями улиц. На каждой из них они выполняли задания. Допустим, как наиболее грамотно выбрать линию финансирования или же сделать выгодное вложение депозитов. Как правильно посчитать налоговый вычет. Все операции выполнялись на практике и применительно к себе. Организаторы надеются, что по завершении игры их знания повысятся, а впечатления останутся положительными. Интересно. К новым форматам преподавания, вот мы говорим о геймификации, то есть преподавание на игровых элементах, приближенных к жизни, он очень большой интерес вызывает у студентов. То есть им уже скучно в 21 веке просто слушать лекции и ни в коем случае не записывать под диктовку. Им интересно проиграть, прожить эту ситуацию применительно к себе. А как бы я поступил? А как бы моя семья потратила накопленные доходы? Или, может быть, отложила? То есть вот эти формы, они оставляют больше впечатлений, ну и, соответственно, знаний. Квест-игру «Маршрут успеха» открыл министр финансов Карачаева-Черкесии Вадим Камышан. Пожелали будущим коллегам по финансовому просвещению удачи в этом сложном, но важном и очень нужном деле. Не бояться делать первый шаг, он обычно самый такой сложный будет в жизни. И, конечно, внимательность. Особенно, что касается финансов. Хоть финансов личных, хоть финансов государственных. Везде вроде это цифра, но от этой цифры она тоже очень много зависит. Участники мероприятия в игровой форме проверили свои знания. На протяжении всей игры модераторы не оставляли их, показывали, как не прогадать и не прогореть. Прежде всего, надо знать определенную теоретическую базу, что из себя, какие вклады вообще существуют, на какие категории они делятся, как вообще начисляется процент у нас, подводные камни, которые могут случиться при подписании договора о вкладе. Ну и самое главное – это какой процент в итоге будет начислен? Как его можно будет вывести? Каждый участник финансового квеста в соответствии с маршрутом под названием «Успех» заработал баллы за правильные ответы на задания, полученные от модераторов. Все студенты были отмечены сертификатами участника квест-игры. Те, кто показал лучший результат, поощрили призами от СКФУ Министерства финансов Карачаева-Черкесии. Вовлечение в квест позволит в игровой форме закрепить знания финансово-экономических понятий, а также будет способствовать развитию практических умений по составлению личного бюджета, рассчитывать сумму вклада и кредита с процентами, сравнивать кредитные продукты, а также развитию навыков самостоятельного принятия решений и осуществления коммуникации со своими сверстниками. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия.